Всем привет, меня зовут Настенька, и сегодня я хочу рассказать о себе, и я хочу сегодня еще показать, как я пишу. Сегодня мы видео снимаем лежа, потому что у Настеньки болит ножка, у нас идет деформация костей, и периодически мы болеем. Да. Сейчас хоть начала двигать ножкой, да? Да, могу поворачиваться. Расскажи своим подписчикам, сколько тебе лет? Мне 5. А в каком году ты родилась? Какого числа? 10. 10 августа 2013 года. А что ты любишь? Я люблю еще играть с этими наборчиками, с куколкой. Врачей Настюша боится, а сама врачом быть совсем не против. И кого Настюша лечит? Маму лечит. Да, такой же борчик. А что ты еще любишь? Еще люблю писать. Писать Настюша любит. А читать? Читать тоже, но я сама пока не умею, а поэтому мама с папой меня читают. А папа что читал тебя позавчера? Сказку. Сказку читал, да? А считать ты умеешь? До скольки? 1, 2. О, это будет долго. Настюша умеет считать до 50, да? Правда, несколько цифр она путает. Там 28, 29, 38, 39 она путает. Я ей подсказываю иногда. Да. А писать мы умеем цифры, да? Да. До скольки? До 10. Давай, пиши. Покажешь, как пишешь? Сейчас я вам покажу, как я могу писать, а вы поставьте лайк. Скажи, вот. Под видео. Под видео. Да. И подписка обязательно, да? Да. Давай. Ну и скажи, что ты пишешь. Цифры. Цифры? Так я поняла цифры. А какую цифру ты пишешь? Сейчас я пишу 1. Угу. Это цифра 1 у нас. Да. Дальше. И теперь 2. Оп. И двойка. Да. А дальше? Дальше 3. Тройка. Дальше? Дальше 4. Вот так. И вот так. Четверка. Да. Дальше? А потом 5. Вот так. И вот так. Вот так вот мы в 5 лет пишем цифру 5. Да. Дальше. После пятерки у нас 6. А после шестерки цифра 7. Вот так? Ну так, да, пиши. Так. Правильно ты пишешь, да. Ну так, а еще хвостик. Тут вот хвостик же надо. Не тут, а вот тут. Вот так вот. Да. А после семерки идет 2. Восьмерка. Восьмерка, давай. Мы все равно решили еще одну семерку сделать. А, это же 10. А 8 где? Забыла? Ну ладно, завтра мы напомним. Заигрались, да? Мы сегодня вообще не писали. Вот так вот мы как забываем делать восьмерку и девятку, так и говорить забываем. 8, 9, 2. Не, 8, 9 говорим, да? А ну давай, считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше. 11. Дальше. Ну, красиво, подними голову на подушку и красиво говори. 11, 12. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 17, 17. Дальше. 18, 19, 20. Дальше. 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50. Все, ура! И всем просим ставить лайки, и подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и всем пока! Вот так вот весело мы проводим время. Да.